Вот уже 37 лет детский сад «Теремок» воспитывает юных десногорцев. Он с объятиями встречает еще совсем крошечных детей и с грустью провожает повзрослевших ребят в школу. Уютная атмосфера сада, добрый и отзывчивый персонал. Не напрасно «Теремок» называют ласковым садом. Ласковый, потому что в нем растут такие хорошие, добрые, красивые дети. И в нем работают замечательные педагоги. Каждый год специально к дню рождения в саду устраивают выставку детских работ. 37-ю выставку назвали «Вместе мы можем больше». Ведь только при заботливой поддержке взрослых дети могут все. Самым особенным экспонатом на выставке был ароматный пряничный домик, который сразу привлек все внимание к себе. На выставке не просто поделки, а я считаю шедевры искусства. Здесь и работа из бисера, здесь и работа, даже настоящий пряничный домик, который можно съесть, он так пахнет вкусно. А еще специально для гостей малыши подготовили праздничный концерт. В роли почетных гостей на праздничном концерте были замечательные женщины, посвятившие саду и его воспитанникам большую часть своей жизни. Это воспитатели Нина Авдеева и Валентина Терпячая. Я много лет проработала здесь, и какой здесь чудесный коллектив, высокопрофессиональный и очень внимательный, и очень всегда заботливый. Детский сад «Теремок» остается мне родным домом. Я всегда с удовольствием прихожу на праздники. Готовились к празднику малыши долго и упорно, поэтому зрителей и гостей ждал приятный сюрприз – веселые танцы, звонкие песни и красивые стихи. Много поздравлений и благодарственных слов прозвучало в тот день на празднике. Специально для приглашенных ветеранов труда ребята своими руками сделали для них памятные подарки. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.